Строят в Савине узбеки-нелегалы. 28 мая сотрудники миграционной службы побывали в Савинском районе. На территории бывшей больницы трудились иностранцы. Как выяснилось позднее, одни граждане работали без соответствующих разрешений, вторые вообще находились в России незаконно. Третьи предоставили ложные сведения при постановке на миграционный учет. Иностранцев задержали, на них составлены протоколы. Найден и работодатель. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела.